Ребят, привет! Если вы смотрите это видео, скорее всего, вы не можете сложить коляску Oyster Zero, модель обновленная Gravity. Поверьте, вы не одиноки в этой жизни. У меня точно так же не получалось ее сложить. Рассказываю, что из-за чего может быть. Не паникуйте, не думайте, что у вас бракованная коляска. Выдыхайте, все нормально. Во-первых, передние колеса. Их нужно зафиксировать только прямо. Серые рычажки поворачиваем, фиксируем только прямо. Второй момент. Опускаем подножку. Третий момент. Складываем капюшон. Четвертый. Поднимаем спинку до сидячего положения. Вот так. Коляска должна быть не на тормозе. Это тоже очень важно. Далее мы... Скорее всего, у вас будет работать. Далее вы отгибаете красный рычажок. Нажимаете первую педаль. Она должна залипнуть. И дальше просто вторая педаль. И она должна вниз опуститься. Смотрите, если у вас вдруг... Происходит такая ситуация, что после нажатия красного рычажка в первая педаль при нажатии не залипает, то, нажимая педаль, вы немного придавливаете рукой на ручку, чтобы она немножко зафиксировалась, то есть осталась в нажатом положении. И второй ногой нажимаете вторую. Па-бам! Волшебство! Если вам нужно заказать аксессуары, такие как матрасик в колясочку Oyster Zero, либо сумка для... перелетов для коляски в самолет, пишите, я скину ссылку. Ну а так, с вас лайк, подписка. Всем спасибо!